Приветствую, уважаемые студенты курса Linux Unhatched. Сейчас хочу вам показать, как пользоваться учебником и загружать выполненные задания в NetAcad. Приступим. Перед нами открыт профиль в NetAcad с нашими курсами, а именно курс Linux Unhatched. Нажимаем Launch курс. И перед нами открывается домашняя страница с модулями, а именно видео, которое вы сейчас смотрите, ссылка на группу WhatsApp, где вы можете общаться со своими коллегами и задавать вопросы инструктору. Также здесь есть учебник, видеолекция и задания после видеолекции и главы. Для начала мы ознакомимся с учебником. Хочу отметить, что учебник только на английском языке. Слева мы видим материал, который разделен на секции. Справа от нас находится командная строка, так как в учебнике часто попадается навигация по командам. Например, я нажимаю на второй раздел секции, где у нас описывается команда ls. Я считаю это правильным, а главное удобным, отрабатывать сразу команды. Так мы можем увидеть, что выходные данные нашей команды совпадают с выходными данными в учебнике. Это значит, что мы все делаем правильно. Можем перейти обратно на домашнюю страницу. Хочу также отметить, что задания будут открываться постепенно. Например, я посмотрела видеолекцию и сделала задание. Отправила, соответственно, и система засчитала эти два пункта как выполненные. Галочки должны появиться самостоятельно. Покажу вам пример на второй видеолекции. Переходим к просмотру. Внимательно смотрим, слушаем, по необходимости конспектируем и переходим к заданию. Здесь также важно прочитать внимательно требования к заданию, найти кнопочку Add Submission, добавить выполненное задание в виде файла, это обязательно, пункт Upload the File, выбираем. У меня это будет документ Word, к примеру. Upload this file. Save change. И в конце главное нажать на кнопочку Submit Assignment. Если у вас... Если у вас здесь зелененькая полоса написано Submitted for grading, значит вы все делаете верно. Возвращаемся к курсу. Ну вот, мы видим, что система засчитала нам эти два пункта как сделанные и дала нам доступ к видеолекции номер 3. Так будет до конца курса, где после всех глав вас ждет финальный экзамен и курс фидбэк в виде легкого теста. И, наконец, после проделанной вами работы, вам будет доступен сертификат о прохождении курса в PDF-формате. Но, по желанию, вы можете оставить нам заявку на изготовление сертификата физического с подписью вашего инструктора и печатью нашей академии. Ну, а я желаю вам приятного обучения и успехов!